Ну что, Стримчанский вроде как пошел. Так, ребятки, здорово, вижу, люди потихонечку подтягиваются. Всем здравствуйте, все горячо приветствую. Тут немножечко у себя поднастроил интерфейсик. Вот, поднастроил, сделал посимпатичнее. Добавил у себя, чего мне не хватало. Это дистанцию, теперь я буду видеть, типа, расстояние. И настроил у себя, многие ребят спрашивают, типа, какие там у тебя статы, что как и почему. Теперь... можете видеть это в правом нижнем углу. Так что, ребят, всем еще раз здравствуйте, всем приятного просмотра. У нас новое КД, а значит, что мы с вами будем ходить по рейдикам. Вот. Как минимум, сегодня пойдем иконю. Вот, попробуем закрыть ее. Феррал 223. У меня Феррал Найтборн. 223, машина уже страшная. Так, три человека. Ух, ничего. Что? Ребят, это баг какой-то. В пати паладин 247-го. What? Хера, 247-й. Думаешь, что? Как это вообще? Ну ладно, чё, ждем, собирает человек тут рейды. А что там, групплут же стоит? Групплут, отлично. Ребята, идем на групплуте. Но у меня почему-то, я думаю, что мы с этими ребятами сейчас закроем. Так, ну что, в топ-1 летим, ребят, ну что? Топ-1 ДПС нужен. Рога какого айтем левела? 221-го. Услышал. Топ-1 ДПС, парни. Хорошо, да, мужчины? Как вам феральчик? 12,5 тысяч ДПСа. Нормально, уверенно, да, идем? Так, тут ждать надо, потому что доты сейчас закончатся, обновляем. Капец, феррал больной просто. Ну, я ёпарасы-то, я не перестану, ребят, сори. Я не перестану в шоке быть с этого феррала, потому что он действительно сумасшедший. Жесть. Так, Геру отдали. Хорошо. Не то нажал. Не то нажал, ребят, прикиньте, заслакал. Надо было обновить дотку. Ну что, ребят, что скажете по ДПСу на феррале? Мне отойти надо, нам не дота. С вот этой дотой, ребят, нужно выбегать. Я еще и подхилюсь сам. Ну как-то так, ребят. Как-то так. Так, тихо. Продолжаем. Подзаслакал я тут чуть-чуть. А хотя нет, норм. Дот успел обновить, отлично. Так, надо развернуться и под жопу ему аккуратненько навалить. Вот то, что он откидывает, это прям раздражает конкретно. Так, аккуратненько ковыряем, но мы уже добьем. Добили. Ну вот, как-то так. Как-то так, парни. Как-то так, неплохо. Арктический мех, сюда. Борейская кожа, 15, сюда, ребят. Взял моба, короче, подзалутал. 200 голды вот сюда, поняли? Так, ну что, сколько сейчас в лорда дадим ДПСа? Ну, я тут пока топ-1 держу. Неплохо, да? Свиреп укус. 95% крит. Максимальный удар был 35,5 тысяч. Как вам такое, ребят? Так, это повесили. Вызываем проки. Вешаем доточку. 11 тысяч. Хорошо. Хорошо, пошла возня, ребят. Так, еще раз успею, наверное. Крит, крит, крит. Хорошо. Дот успел обновить. Так, успеваем. Хорошо. Тут предлагаю сделать вот так вот. Подождать. Обновить доту. Еще раз обновить доту. Все. Стоим, чилим и ковыряем. А мы ж не свичимся по трэшу. Мы ж просто босса бьем, нет? Ту-ту-ту-ту. Что-то ребята тут подслакивают немножечко. А вроде бы убиваем. Так, доту обновить. Добиваем, все, хорошо. Топ-1 ДПС на втором боссе. Десятка вообще проносится на лайте. Ну, если пачка хорошая и все отыгрывают как надо. Там у ребят тактики, галактики какие-то. Тактики, тактики мутят. Да меня-то, думаю, не срубит. Дезориентация, задиспелить можно? Кто на меня кинул? Я-то на меня боб кинул, сука. Он красавчик, нахера ты
Отдал тип меня на паладине, Боб. У тебя все хорошо, дружище? Гений, отвечаю. Ну, тут ребята на приколе играют. 100%. Типа, с пула мне давать Боб. Типа, я кручу кучу ДПСа. Я не жму какие-то свои абилки ауешные, да? Ну, он мне дает Боб. Зачем? Где логика? У нас топ-контент, шушо на ваш ИК. Ну, по факту, брат. Тут ИК 25-ка. Похлещет целка ХМ-ки. Сейчас 20 не та, значит, жизнь прошла зря. Усиление 100% урона идет на этого босса. Но я буду бить only соло. Так, ну тут, по идее, должен успевать. Все хорошо. Да. Нормально так кастик сбили. Не, я не дам. 20 здесь, как бы ни старался, 20-ку я не выжму. Пацаны метки зачем-то меняют. Ну зачем метки менять, спрашивается. Ну я про***л тут вообще все, что можно было. А, не успел опять кнопочку нажать. Ну мало. Блин, ну конечно этот свирепый укус 88. А чё, подождите-ка, вот на боссе. Максимальный крит был 28. Когда на первом боссе максимальный крит был 35. Так, ну что, с ласта, говорите, может оружка упасть, да? Вот эта тема, да, нужна? Блин, а мы еще без Бейла, да? Без Бейла, конечно, печальненько. Санечек, спасибо, дорогой, здорово. Ой-ой-ой, как раз, брат, ты как знал, какую музычку надо включать. Сейчас, брат, дам ДПС ради тебя, ради твоей песни. Оба-на, пошла жаришечка. Так, сейчас доты самое главное обновить. Ну, мы прям четко в тайминги попали. Здорово. Так, ну что, пошмот, оружка упала, оружка не упала, нужная на меня, ребят. Невезучий я немножечко. Редики, редики, Оня 25-ка. Пойдем, нужен код. О, код. Код 223. Возьмет, нет? О, Маруся пати кинула. Сейчас как дам ДПСа. Я все время промахивался, что? Что за херня? Почему я промахиваюсь? Какого хера я промахиваюсь? Это какой-то рофл. А почему я промахивался? Вы сейчас посмотрите, сколько было у меня мисов. Вы сейчас охереете, ребят. Я промахнулся очень много раз. По боссу. Это позор какой-то. Это какой-то позор. Так, тут Геру, короче, дали. Сейчас главное не пропустить ник твой. У меня тоже дыхание не показалось. Он забагался или что? Ох, блин, вот этого канала отбежать, прибежать, это вообще какой-то ужас. Гляньте, ретрики реально просто выносят. А чем они бьют? Чего, блядь? Типа там освещение так наваливает жестко. Рел, кстати, красавчик. Все грамотно рассказывает. Вы, к сожалению, его не слышите. Но рассказывает он все максимально красиво. Когда начинается такая суета, ты постоянно, ну не знаю, как кто, но я постоянно в кнопочках путаюсь. Просто постоянно. Так, что по луту? Ну опять лут, конечно. Он сейчас заанролит голову Аниксии. Потому что тут анрол был. А, они гильдии что ли пошли, как я понял? Да, это гильдия была у них. Ну, теперь понятно. Думаю, как они так легко убили, даже без особого напряга. Они пошли гильдой и так всех вынесли просто. Чё-то сегодня удачно попал, короче, в рейдике. Сейчас еще в ИК 25-ку сбегаем, прикиньте. Так, а что мне отсюда вообще нужно? Сколько ребята тут осиливают боссов? Спина, крит, скорость. Но мне нужен, как я понимаю, вишмотный РПБ уже. Так, палец, одна ручка. Это все идет анролом, поэтому с первого босса мне не нужно ничего. С лорда запястье. Такое себе. Это прикол какой-то? Типа со второго босса на меня нету ничего. С чемпионов что на меня идет? Ну, ступни неплохие, кстати. Палец. Палец тоже хороший. Но он крит скорость. Можно мне вот это взять и позалутать? Вот это мне 100% надо. Это 100%. О, тоже оружка прикольная. Договор близнецов. И сануба. Ну, глефа мне сказали. Да, глефа прям бисовая на меня. Крит, РПБ. Вкуснотища. Так, ладно. Сейчас будем, короче, наваливать. Но тут, конечно, сейчас будет лицо летать, будь здоров. Так, бьем. Сакра первая пошла. Работаем, братья. Меня вообще там в списке ДПСеров нету, да, как я понял? А чё у них так ДПСа много?
Говорят, по Снобальту работает, ладно. И всю ротацию засрал. Побил в этого Снобальта. Проверяйте. Хера, а чё они так больно бьют? Ой, идеально сейчас. Вот сейчас идеально кнопки нажал. Стоп, 1 ДПС, сейчас вылетим. Смотрите. Так, ну первого босса отпинали. Тихо-тихо, сосредоточено, ребят, я пока без чата. Ай, тихо. А можно я промахиваться не буду, пожалуйста? Как мне... Она закопалась, собака такая. Все, пошла возня. Врываемся в топы. Уф. А ты задолбала, я только нажимаю расовую обилку. Зачем я берсу нажал? Уай, дурачок такой-то. Видите, начал вырываться в топ. Я помер, парни. Это посмотрел в чате, где ДПС. Посмотрел нас, думал, все, все легко, убили босса. Умер ДПС, вот, в смысле, вот он ДПС, смотрите, он сохранился, вот он. Тут 5 ДПС был, понимаете? Короче, потная эта тема. Потная тема, это ваши ИК, ребят. Было бы эпично, если бы я сейчас бы отъехал бы. Капец, палы вообще сумасшедшие. Вы посмотрите на этих паладрынов, что они вытворяют, ребят. Ой, это жестяк какой-то вообще. А, это вообще 225 УД, ну такой пот, парни. Это жесть какая-то. А что, есть смысл на следующего босса идти? Или смысла нету никакого идти дальше? Как это? Спасибо. Шкурку снял просто. Видали, с босса взял, залутал арктический мех и борейскую кожу. Видали? Видали? Классно, да? У их 25-ка это вовремя зашел. Да мы, брат, сейчас его испепеляем аж бегом. Так, на 6 секундах юзаем. Вот дар дикой природы. Оп, обратно. Наваливаем. Ну тут только стоять и чилить, грубо говоря. А зачем Белл отдали? Я... Что я нажал вообще? Ёпарасоте, парни. Минус депес, короче. Вы говорите, цепухи будут ваншоты? Да. Сейчас, ладно. Я вот так сейчас в позицию геймера сяду, ладно? И покажу вам, что я могу нажимать. Но я еще феррала не понял до конца. А, можно ли при 4 комбо-поинтах отдавать свирепый укус? Давай. А как же я в кнопках-то слакаю, божечки, парни. Такое ощущение, что я засыпаю уже. Я чисто стабильно, то 5 ДПС. Я так в ЦЛК ХМ-ке, когда бегал с гильдией, я даже так не потел, ребят. Как сейчас, максимально внимательно всех слушать, туда-сюда, божечки. Фух, сюда. Что по оружке, что по шмоту? А, все, понял. Вопросов нету. Так, надо вот этого нам бить. Ай, голова заболела резко. Это я уже это... У нас танк это споткнулся. Помогите. Да кого мы духом сильные? Ребят, сейчас всех спасу. Всех спасаю. Бью всех. Почти всех убил. Да не, мы не... Да вы шо, парни? Мы же их никогда в жизни не бьем. Помогите. Бьют. Не, может, его нахер, а? Он в меня влетел. Когда я только спекаюсь в кошку, начинает меня бить просто со всей силы, а? Что ж ты за хейтер-то такой, а? Сейчас победим, отвечаю, 100%. Сейчас будет вайп на последнем чемпе. А ну-ка, сплюнь. Тут ребята мощные. Главное, что в нашем деле, это дух. А духа, как бы, тут много, понял? Нормально работаем по целям. Работаем. Ура, это победа, парни. Это победа без шансов. Так, сервер, чтоб не вылетал. Уважаемая администрация Сируса, сейчас этого делать категорически нельзя. И чтобы у меня интернет тоже не вылетел. Это хейтер мой. Когда идет в рейд, короче, со мной, хочет покрутить цифры, я его обгоняю и говорю, ну где ДПС? Точно такое же лицо. Босса не лутаю. Видали, да? Какие мы мощные. Меня кто-то проклял, парни. А чё со шмотом? Кто проклял? Ну признайте честно. Кто это сделал вообще? Это жесть какая-то.
о чем это? А я хотел уходить, поняли? Ну, главное, что духом как бы сильный, не сдался, я остался. Здорово, здравствуйте. Здравствуйте, пойдешь и катку? Ку, го. Так, все, я тут. Я с ребятками, отлично. Так, ладно, все. Сейчас будем пробовать отпинать босса. Получится, не получится. Дискорд я тогда, ребят, включу. Не знаю, как слышно будет, ребят. Надеюсь, будет слышно. Ну все, погнали. Так, ну что, пробуем, парни? Шомены сейчас будут очень много выдавать, это факты. Первый вайп, ребят. Что-то пошло не по плану. Так, все, хорошо, работаем по целям. Так, булькает раз за разом, охренеть. У ребята там крутят, ёпрасоте, а. Депеса, конечно, немного выдают, я вам скажу. Так, хорошо, дело. Давай, эмай, сакра. Так, делаем. Вот, сейчас уже поболее ДПСа. Взял и поменял. Все отлично. Ребята там под БЛом, гляньте, разогнались. Я даже кнопки не успеваю жать, вы представляете? Насколько много, ну, как быстро все идет. Только кастик сбейте, ребятки, пожалуйста. Сбить, сука! Не пробили. А, не повезло. Не повезло. Да добить не очкуйте. Ура! Сюда! Наконец-таки мы вот это вот забили. Ляньте, ёпарасоте. Это было потненько. Это было максимально потно. Так, ну пояс, ляньте. Сразу, ляньте, сколько шмоток вообще. Ляньте, сколько шмота на меня упало. Не, ну это жестко было. Ну, я тут мог лучше дать, ребят. Но тут, в теории, да, на четвертое место я бы мог влететь. Так, ну я оружку залутал. Может быть, оружку эту... А, у меня чарки нету, да. Это сейчас нужно будет купить чарочку. Воткнуть чарочку. И воткнуть камушек на ловкость. Уай, буду долбить. Ну, Триня, вторая, активируйся! Вот тваря, она не активируется, представляете? А как мы без ДКшника там это тут? Это будет тяжело. Ой, какую я сейчас... Я сейчас запустил критическую ошибку, я обновил доты. Теперь давайте, через рука уже. Этого не надо было делать. Ой, а что с ФПСом? Что происходит? Что происходит, парни? Секу. Тихо, ребят. Фулл сосредоточенный. Но что-то не пошло у нас. А сколько у босса ХП было? 67, да? Так, пока у нас отошел человек, я, правда, наверное, слетаю в Аргримар. Сейчас, ребят, сейчас все сделаем. Оружие, берсерк, она. И камушек на эту. Все, ребятушки, готово. А, где оружка? А, чарочку тыкаем. Вставляем камушек. И я становлюсь 227-й, парни. Уф. Чувствуете сейчас, сколько урона будет, да? Капец, да, там да, палы крутят просто свои божественные бури, или как эта штука называется. Мне надо переключаться по целям. Это нажать. Пацаны начили на расслабоне. Короче, надо вот так вот жмакать, да и все. Размахом просто жмыхать, да и все. О, контроли там раздают, красота. Вот, вот сейчас пока прям идеальнейший. Все идеально. Скоробеев много, можно побить ауешкой. Пришлось в мишку спекнуться, потому что, ну, взять форму мишки на меня моб загрез. А у нас опять ребята отъехали. Обидно. Только не захильте, пожалуйста, сейчас, ребят, сильно, пожалуйста, умоляю. Успеем. Бьем. Я по кресту теряю, пока да. Свет. Ага. Свет вот этого, который у нас. Ты по нему все время херачишь. А нам же депеса не хватит, ребят. Я тебе звездочку на него поставил. Ну не захиливайте вы на фул! Ну, сейчас есть шанс убить босса, если все сделать красиво. Давайте, пацаны, 1% ради всего самого сокровенного убить! Убили. Давай, сука, сюда! А вы сомневались. Вот так вот, парни. Вот так вот убивается легко. Вот практически с первого трая убивается этот босс. Практически с первого трая. Ну, со второго почти, да? Фух. ГЦ, парни. Ачивочка залутана. Ай, хорошо-то как. Не, ну типа я уже шмотку-то подзалутал, я доволен. Одна шмотка-то уже есть, типа я оружка. Оружка бустанет меня крепко. Ребятам говорю спасибо за рейд. Лучшие.
Все, я погнал с рейда. Крутим две монеты. Погнали. Давай что-нибудь путнее. Ай-яй-яй, ну как это? Слева черный бриллиант, справа осколок. Посередине шкатулка. Я думал, сейчас еще одна шкатулка будет. Блин, ну ладно, шкатулочка. Но шкатулка тоже приятна. Так, что такое интуиция? Рассказываю. Смотрите. Упадет сейчас или черепаха, или упадет вот это вот крыло. Смотрите. У меня чуйка просто, чуйка. Плохая чуйка. Ой, блин, какой стрёмный маунт. Ребят, как вам маунт? Он летать даже не умеет. Но анимация красивая, ладно. Анимация копыт, хвоста и одного рога прикольно, но почему-то... Да вот, я нажимаю, я не могу летать. Тьфу, блин. Ну ладно, это красивая анимация. Вот это красивая анимация. Ладно, вот это кайф. Вот это кайф. Но то, что не летает, это грустно. Ладно, парни, будем заканчивать стримчанский. Всем спасибо, что сегодня был со мной. Сегодня почили. Сегодня было куча трэша. Кучу всего непонятного. Сколько было эмоций у нас. Спасибо, что приходите. Поддерживайте лайкусами. Так что всем тепла, добра. Жду вас завтра на потоке. Обычно стримчики в 7 часов вечера. Так что всем тепла, бобра. И всем, ребятушки, конечно же, до завтра. Еще раз всем от души за стримчанский. Очень рад был сегодня провести с вами время в такой веселой обстановке. Все, ребят, всем добра. Жду вас завтра. Покедова. Тиу.